сегодня у меня день магазинов, надо гостей водить по магазинам, и вот мы сидим в кафе «Арома». Вот кафе «Арома». Очень люблю это демократическое кафе, где можно быстро перекусить. У нас ланч, не обед, не завтрак, а что-то среднее. Вот мой гость. Недавно мы с ней гуляли по Ленинграду, то есть, извини, по Санкт-Петербургу. А теперь гуляем у нас по Хайфе. И вот, что мы взяли. А это две порции или одна? Это одна порция, но я беру обычно на двоих одну. Два бутерброда с лососиной и творожком. Бутерброды настолько огромные, вот показываю, во. И это считается одна порция. Может быть, опасно есть рыбу так жарко? Нет, это исключено, она всегда свежайшая. Лосось здесь будет свежайший. Ну, себе я, как всегда, капучино, а ты себе взяла чаёк. А даже две шоколадки дали? Как две? А, ну это тебе к чаю дали, да, здесь положено. В Ароме всегда дают маленькую шоколадку. Хочешь, не хочешь, это бесплатное приложение, тебе не спрашивают. Ну и взяли булочку одну на двоих, надо же как-то держать форму. Взяли одну булочку на двоих с творогом дрожжевую. Ну, чтобы как-то вроде голодными не остаться, да? Вот так. Вот. И что здесь мне нравится, здесь не надо никакого официанта. Подходишь, делаешь заказ, называешь свое имя, садишься, и через короткое время тебя вызывают забрать его. Здесь можно и пообедать тоже. Здесь и супчик у них есть, и салаты всякие сытные. Много чего есть. Бутерброд с мясом, много чего. Такое демократическое место. О, вызвали кого-то. Что-то хотела спросить, что-то еще? Причем интересно, что вызывают по именам. Да. Не по номерам, как у нас. Ну, в Ароме по именам, да. А у вас по номерам? Где это у вас называют? А вот везде в таких местах. А, да? Номерок ставят на стол, и они сами приносят. Где-то здесь у нас тоже я с этим сталкивалась. И на подносе тоже будет номерок, и нам принесут. Не помню, где-то я здесь тоже столкнулась с этим. Но это не характерно. Дело в том, что кафе «Арома», они по всему Израилю. Везде одно и то же, в общем-то. Ладно, мы будем кушать. Приятного нам аппетита. Ну, как тебе наш израильский туалет? Ой. Извиняюсь, что подняла эту тему. В таком маленьком кафе 4 кабинки инвалидные, в каждом есть даже своя раковина. Ну, у нас закон. Инвалидная кабинка обязана быть в каждом кафе. И очень чисто. В каждом туалете, я хотела сказать. Ну, прекрасно. Чисто. Ну, я рада, что ты довольна. Бывает по-всякому, но в основном, конечно, в таких местах чисто. Теперь покажу немножко наши покупочки, которые мы сделали в магазине Beauty Care. Вернее, не я сделала, это ты сделала, да? Ну-ка, давай посмотрим. Давайте. Ничего. Прямо в кафе, но не страшно. Значит, во-первых, она купила тут подарочки для внуков, конечно, и всякое такое. Это что? Это пудра. Она стоит 10 шекелей. 10 шекелей – это $2.5 примерно. Такие там цены. Кстати, пудра неплохая. Это мыло. Мыло каждое стоит... Сколько оно стоит? 3,80. 3,80 стоит мыло. Это меньше доллара. Это мыло с запахом. Декоративное. А это помада. Помада, кстати, очень неплохая оказалась. Мы посмотрели. Открой. Я не могу. Мне неудобно одной рукой. Я покажу просто ее. А это помада. Вот цвет. Цвет очень хороший. Ну-ка, дай я на тебе на руку попробую. Вот такой вот цвет. Она такая, ну, почти матовая, но немножко увлажняет явно. И стоит она 4,50. Это чуть больше доллара. Обалдеть. И вот так там стоят помады. На, забери. Что еще у нас? Вот набор резиночек для девочки. 2,10. Ой, зовут кого-то за едой. 2,10 стоит этот набор. Здесь резиночки такие декоративные. А это что? Это тоже такая резиночка. 2 шекеля тоже. 2 шекеля – это 50 центов. Хорошенькая. Это тоже куча резиночек. Миллион тут. Стоят они все 2,50. То есть 2,50 – это 70 центов. Это у нас набор заколочек. Набор заколочек стоит 4,20, то есть чуть-чуть больше доллара. Вот такой набор заколочек. Это набор резиночек, то есть это две резиночки с такими помпончиками. Стоит это 2,50, то есть это где-то 60 центов. А это 4 заколочки, они стоят 3,20, то есть меньше доллара опять же.
А вот это губочки, это двум разным детям, поэтому разных цветов. Губочка стоит 2,20, то есть опять же это где-то 60 центов. Это 4 заколочки, вот такие вот. Они немножко подороже, 5,50, больше доллара. Вот еще 3 такие заколочки, тоже заколочки для волос. Они стоят 3,20, опять же меньше доллара. Вот такие цены. Вот это набор ватных палочек, они стоят 1 шекель. 1 шекель – это 25 центов. И тут, по-моему, то ли 100, то ли 90. Вот, 1 шекель написано. У меня есть такое видео, что можно купить за шекель. Я там показываю этот магазин. Да, можете посмотреть на этот магазин. Мне тогда разрешили там снимать. А сейчас я не стала снимать. Показываю просто, что купили. Это магазин, целая сеть израильская, Beauty Care. И там все очень дешево. Да, помаду она уже попробовала. Красиво выглядит. Цвет хороший. Мой цвет. И она такая немножко увлажняющая. Там есть совсем матовые, есть вообще блески есть. В общем, все, что хотите, там есть. Очень бюджетные покупки, да? И главное, есть такие же магазины Wow Cosmetics и есть Sakura. Тоже такие дешевые сети. Ну, по-моему, это самое дешевое. Ну, вот и все, что я хотела рассказать о наших покупочках. До новых встреч. Да, до новых встреч.